Сегодня в мэрии назвали дату начала отопительного сезона в Красноярске. Он стартует со следующей недели. Тепло в квартиры горожан начнет поступать уже с понедельника. Но процесс может занять до 5 дней. Пока будет идти подключение, в районах будут работать горячие линии, на которые могут обращаться жители проблемных домов. Как рассказали в мэрии, отопительный сезон решили начать даже несмотря на благоприятный прогноз погоды в ближайшие дни. По данным синоптиков, среднесуточная температура в столице края в ближайшие дни не опустится ниже 8 градусов. Мне кажется, осадки создают очень серьезный дискомфорт в ощущениях у людей. И в этой связи, я думаю, что нам не следует сейчас дожидаться 5 суток температуры ниже, среднесуточной температуры ниже 8 градусов, а необходимо со следующей недели начать отопительный сезон. При гидравлических испытаниях произошло период подготовки к отопительному периоду более 140 порывов. Из них устранено 130. В работе находится 10. И по информации теплотранспортной компании, значит, в течение сегодняшнего дня уже они дорабатываются. Это не повлияет на начало отопительного периода. В социальных учреждениях Красноярска тепло начнет появляться уже сегодня ночью. Хотя, по словам представителей ресурсоснабжающих организаций, они уже подключили некоторые школы, детские сады и больницы. Эдхам Акбулатов потребовал, чтобы этот вопрос был на особом контроле управления образованием. Также внимание нужно уделить и подключению капитально отремонтированных учреждений и строящейся школы в жилом массиве Иннокентьевский. На сегодняшний день мы фиксируем о том, что у нас и фактически, и документально 100% учреждений, а это 343, готовы к отопительному сезону, о чем свидетельствует в полном объеме наличие актов готовности и паспортов готовности.